Челябинские медведи выходят из спячки. Проснулись все, кроме одной Сони. Видео с косолапами, которые пробудились и лениво подтягиваются, выложили в социальные сети сотрудники зоопарка. Первыми из спячки вышли гималайские медведи Алиса и Харитон. Уже после них пробудился ото сна и бурый мишка Степан. Проснулись животные еще 2 недели назад, но из своих берлог вышли только сегодня. В процессе пробуждения сейчас и медведица Бусинка. А главный косолапый старожил зоопарка Маша еще в спячке. В Челябинске она живет уже 27 лет, а личный рекорд установила в 2018 году. Тогда она вышла из своей берлоги только в апреле.